В преддверии Дня защитника Отечества в гостях у детской музыкальной школы побывал столичный оркестр с концертной программой «Путешествие с оркестром». Наша миссия, наша задача, наша цель выступления в этой хорошей школе, замечательной школе, это, конечно, показ инструментов, флейта, гобой, кларнет, тромбон, туба, и, конечно, ударные. И я хочу всех жителей Новочебоксарска и всех педагогов Новочебоксарской музыкальной школы поздравить с праздником защитников Отечества. Пожелать им здоровья, счастья, удачи и талантливых детей. С первых же звуков оркестра зал растворился в музыке. Звучал марш Преображенского полка эпохи Петра I. Многие слушатели вспомнили, как молодость танцевали под звуки вальса «Осенний сон», фокстрота «Караван» и танго «Хризантемы». Завела весь зал своим простым двухдольным ритмом полька. Звучали прекрасные джазовые композиции в стиле кул-джаза, рок-баллады, свинга, самбы. Вел концерт главный дирижер и художественный руководитель оркестра Алексей Иванов, который отметил, что единственное, что может спасти мир, это хорошая музыка. Публика услышала много интересного о жанрах и стилях исполняемых произведений. Каждая музыкальная композиция сопровождалась видеорядом. Зал проводил музыкантов громкими овациями и словами благодарности.